В Нарьян-Маре участились случаи обращения жителей в пенсионный фонд с тем, что по домам ходят сотрудники фонда и призывают перевести свои накопления в негосударственный пенсионный фонд. В свою очередь сотрудники пенсионного фонда обращаются к жителям округа быть бдительными. По домам ходят пенсионные аферисты. Используя двусмысленные формулировки и апеллируя к несуществующим положениям законодательства, лжесотрудники настаивают немедленно переводить свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, иначе якобы они сгорят или их обнулят. В результате некоторые граждане подписывают финансовые документы, не глядя и даже не задумываясь, кому и на каких условиях они передали управление своей будущей пенсией. И чтобы совершить такой шаг, да, перевести куда-либо свои пенсионные накопления, нужно гражданину нужно прежде всего подумать и решить, нужно ли ему это. То есть, если вы решили выбрать другого страховщика, отличного от пенсионного фонда, да, то есть другой негосударственный пенсионный фонд, вы должны поискать информацию об этом НПФе. Если он не вошел в систему гарантирования, ваши пенсионные накопления могут вообще сгореть. Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо знать, где сейчас находятся средства пенсионных накоплений. Если информация требует уточнения, ее можно получить с помощью электронных сервисов, например, на едином портале государственных услуг на сайте Пенсионного фонда, а также в территориальном органе Пенсионного фонда России. Важно определить страховщика, которому хотите доверить управление средствами будущей накопительной пенсии. Таким страховщиком может быть Пенсионный фонд России или один из негосударственных пенсионных фондов. Еще раз хочу напомнить нашим гражданам, что сотрудники пенсионного фонда по домам не ходят и никого не агитируют переходить куда-либо, либо оставлять деньги в пенсионном фонде. То есть такой выбор страховщика, человек должен прийти к этому сам.